Ну и по старой доброй традиции, ну и что? По старой доброй традиции всем известно, что все, кто приезжает в Москву, платят за все. Угощают Мафуту всем. Вот, не, поэтому я смело заказал себе 3 литра пива. А, субтитры охуевает по-киномански. Да ё-моё! Он же Сергей Пядышев, он же Котикс. Не пали. Он же... кто у нас? Он же Винджет Кэт. Он же жалкая ничтожная личность. Зато с айфоном 5. Рассказывает, как он внезапно очутился в Москве. Это долгая история, там много личного, трагедий. Возможно, даже секса. Да, кстати, секса, да. Ты прав. Возможно, даже с мужчинами. К сожалению, нет. Нет, к сожалению. Ну, до сегодняшнего дня нет. Ну, вечером. Но да. Сегодня ну, мы это исправим. Продолжится, да. В зависимости от твоего пива и чая фруктового. Там много хорошей музыки. А, еще в Москве же есть это чипсинская тоже. Вроде проходишь какие-то концерты. По-любому. Где 8-битный музон, а ты пойдешь? 8-битный музон? Да. Ну нет, ну. Ну вообще интересно было бы, да. Нет, чиптюн это как бы не из 8-биток там какая-то музыка. Ну, в любом случае там помелькивает. Я тебе треки скину охуенные. Ты не слышал, ну куда сидишь? Знаю, да, слышал. Вот он. Ну, мне не очень, ну так сойдет. Ну, блядь, у меня заебатые треки. Короче, да, вот в Москве можно сходить на чипсу, я пошел бы, наверное. Хотя там в основном херню будет крутить, но все равно. Отлично, такое сходишь. Изотоп взял кота на работу. Поздравляем кота. Пока не так. Да, мы собираем команду. Да, собираем команду. Этот кот делает, уже, например... А дело, как называется? Что он делает? Аналитики? Всякой хуйни. Ну да. Вот кот, например, будет выгуливать собаку изотопа. Не-не, выгуливать собаку так кто пару может. У него охуенный опыт в этом, да. С опытом работы, да, братка, возьмем. Че, мы все сейчас пойдем уже. На чистые пруды опять. Да. Да. Там, наверное, будет дождь, как обычно. У нас сейчас 13 градусов. Погода отвратительная. Яндекс.Такси. Ну, до Домодедово косарь будет. Короче, кот очкует, что он не доедет до Домодедово. Да, короче, если бы время 9 вечера, 10 вечера. Прикинь, если они с давителем куда-нибудь поедут. Куда, например? Да куда, блядь? Трахаться с давителем ну, поеду. Ну, найдем просто ближайший отель. Ну, мы, как обычно, на чистых прудах. Да. Дело в том, ничего что... не меняется. Да, я тогда забыл сказать. Мафуту там прервал съемку, что они не хотят просто меня отпускать. Я очень им понравился, им приятное общение со мной. Поэтому они хотели не хотят отпускать меня, тварь. Выебать кота в попочку, но он не дается. Говорит, мне надо успеть да, подожди, Домодедово. Кот какой-то не русский, да? Ты чё? Кот? Я ариец. Ариец? Ну такой низкорослый ариец. А, черты лица, видишь, прямые все. Какой-то азиат. Ну как бы хуй его знает. Ну ты что скажешь? Экспертное мнение. Мое экспертное мнение? Конечно, типично. Не, ну на самом деле на азиата не слишком похож. Скорее похож на местные народности. Типа, я не там, знаю, знаешь... на Бишали похож, пиздец. Не, там типа, знаешь, Мария Эл, там нет, все дела. Нет. Чуваши там. Умеешь хуярить? Чуваши. Вот на чуваши похож. Ну, я могу, да. Прикладину хуярить, да. Че там, чуваши-то есть в роду? Не, вообще, никого. Чебоксары там, нет. Цент. Все в роду нет. Русские, арийцы, славяны, русы. Найдем? Если что, он коту работу найдем. Да. Найдем? Уже ты получил ответ. Да все. Вот мой супер этот отчет ебаный. Будешь визуализировать. Короче, будешь подтирать задницу собаки. Я просто загружу, короче, в Word, там, сгенерирую. Собаки изотопа. Из цифр. Блин, ну ладно. Надо будет нахуярить на жалость. Кепочка у кота такая типичная, кубинская кепочка, там типа Че Гевара. Там, не, типа, я ее взял, короче, это московская, в милитаре, в магазине взял. Короче, да? Это то есть, 50 рублей. То есть ты сейчас только ее взял? Да. Хера себе, хотел была... поразить нас, не, самое сердце. У меня была такая же, но она уже вся выцвела старая. А где надпись «Я люблю Москву»? FBI, блядь. Где надпись «I love Putin»? Там.
я подумал, есть ли в секс-шопах куклу Путина? Выезжал, что ли, постоянно? Я хочу Путина, я хочу пердолить Путина в очко. Кто у нас любит Путина? Я люблю Путина. Ну ты, да, ну Путин. Эктопауэр любит Путина. Эктопауэр любит Путина? Нет, ну как сказать? Знаешь, ну, я за него могу сказать, знаешь, что он любит Путина. Знаешь, он ничего не сможет. Его друг прислал из Японии вот эту. А, ну это пизду. Ну, Эктопауэр сказал, что это хуйня. Блин. Я у него спросил, он сказал, нечего. Ну это потому, что он не налепил наклейку, что это вагина Путина. Да. Фу, давайте, слушай, тут ветерка, да нет? Мы, понимаете, мы выглядим перед ними как дебилы. Перед кем? Я не знаю. Перед зрителями нашим подписчиками. Перед Аязычем, например. По-моему, им плохо. У нас там два подписчика. У нашего стрима, да? А потом, не, ну, пять просмотров. Он же стримит, наверное, через Twitch, там, онлайн. Да, конечно. Ну, конечно, стрим через онлайн. Twitch, ёпта. Через три месяца, ну, загрузится видос. Оперативно. Короче, ребят. Вон, Ромарио привет, вон тут. Приветы мы передавать не будем. Только Ромарио, персональный привет. Вот мы на чистых прудах. Ну, тут, в принципе, отлично. Пьется пиво. У меня низкий уровень заряда, пишет. На полу руны магические. Москвички ходят. А, везде. Короче, тут ситуация была. Мы гуляли с собакой вчера. Ты снимаешь фоне, да? Да, вот. Пока еще держит. Короче, там куча так сгуляла, и мы со своей вышли. И я увидел вообще true москвичку первый раз в Москве. Идел с хаски, с айфоном, он как я. Ну, только у меня хаски нет. И, короче, одна из такс там, с которыми мы гуляли, начала злоупаться на эту хаски. А эта тёлка, короче, она специально шла, ну и специально провоцировала этих собак, чтобы они на неё злоупались. Она мимо проходит, говорит: «Не, ну это ваши собаки неадекватные вообще!» Это вот я первый раз такое увидел. Только... Но это не настоящие москвички, это, ну, это чисто приезжие. Это просто уёбище, да. Не, с ну, таким тоже... акцентом не бывает местных. Ну понимаешь, я тоже приезжий, но я так себя не веду, как уёбок, наверное. Ну да, вот, кот, в принципе, нет. Как уёбок? Нет, я вообще очень адекватно себя веду. Пиздец, у меня чипсы, что-то дохуя. Даже вежливо. Так-то я не знаю, но даже... на самом деле мог бы выпить пиво, на самом деле. Ну если человек не хочет, зачем ты его заставляешь? Под уёбка пока не будем подписывать, но в следующий приезд в Москву будем. Вот изотопа пока не будем, ладно. Хотя тот еще пидор. Я? Да. Да, блядь, да, вообще. Опять сегодня день проебал, сегодня мог в Редколе посидеть. В Редколе мог посидеть, на. Че ты там мог посидеть, гол 3 поиграть. Новый 20-й ром скачать. Все равно там никого нет. О, москвички идут. Наверное. Не москвичи. А, нет. Да не, я туда вдаль смотрю. У меня удаление просто на видео.